У нас погодные условия бывают разными. Но здесь, в Best Auto, погодные условия на вас не влияют никоим образом. Часто такое случается, что Южный Урал далеко не Северный Кавказ, естественно. Но когда мы приходим сюда, мы видим то, что нам нужно. Нам нужны недорогие качественные машины, дешевле, чем в однокомнатной квартире. Это можно. Правило двух дураков отметаем сразу. Это вам не базар. Еще раз и неоднократно вам говорю. Здесь на машины смотрят. Они собирают утиль из разряда трейд-инов. Самое забавное, я объясняю, что в случае покупки через интернет надо писать и о том, что дороги в Магнитогорске не солят. И самое главное, отметать ушатайки, коими на 90% пол интернет. Мы говорим про Best Auto на Магнитной 111. Тут вариант немного другой. Это не самоделки, коими полон интернет. Я человеческим языком объясняю, в интернете ломать машину надо в 2 или в 3 раза. Такой бред, пишут. Неимоверный. Здесь уехали с гарантией, здесь меняют детали на новые. Здесь машины делаются или покупаются реальные новинки. А как вам такое? Вах! Козё! Козё! Да! Заходите, пожалуйста. Все заходите. Смотрите машины. Как бы вам сказать? Однокомнатная квартира сейчас уже, похоже, за 2 миллиончика туда вверх взлетанула, да ведь? Ну, может, это кому-то нравится. Я не знаю. Но есть такие машинки, есть такие чисто. Посмотрите размеры этой машины. Размер этой машины – это, ну, как бы вам сказать, плюс еще и диски такие навороченные на 18. Не на 15, на 18. И что это за марка этой машины? Да какая это марка? Chevrolet в Малибу вообще в России никогда не было. Не поставлялось и все. Сегодня и сейчас, зайдя в автосалон Best Auto, вы себе можете настоящих качественных америкосов купить. Мне когда говорят, что мы ничего не будем покупать маленького, кстати, здесь небольшой двигатель, 1.6, вот, ни из Америки, ни из Европы. Ну, у нас есть другие государства, которые граничат рядышком с нами. Неплохие государства – Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия. Да, тут еще остальные страны нашего зарубежья. То есть давайте не будем говорить о том, что мы ничего не можем купить. Пожалуйста, покупайте. Качественное, и это американское, и это Best Auto. Да ну что вы говорите? Я сам лоханулся. А то. Ну наконец-таки Америка в таком тюнинге, что Европа курит в сторонке, да и Япония тоже, да и Южная Корея однозначно. А в чем причина? Ну в чем? В двигателях. 1.6 кочегарят по-крупному. Мало того, в США есть ограничения. Есть, сам видел. Мало того, в Штатах бензинчик, да и солярочка тоже выросла. Но это Штаты. Для них умирать в малом количестве мелких размерами машин себе дороже. Вот такие машины. И вы думаете, что мы в лаже, потому что мы под санкциями? Ну, здравствуйте. Есть и Грузия, есть и Армения. Там малость другая таможка, а двигатели 1.6 легко проходят под наш уровень. И вот такие машины из тех мест, где человеком американским на 96% фиолетово суть всех событий. У них все идеально. Так вот оно, удовольствие. Дешевле однокомнатной сталинской квартиры с евроремонтом. Такие машины часто видели, нет? Нет. Американские здесь, в России. Нет. А здесь есть. Это американская машина. Я в курсе. Вот как-то так. Еще машины дешевле той же однокомнатной сталинской квартиры с евроремонтом. Понимаете, когда нам говорят, что все пересели на джипы, ну типа внедорожники, это вряд ли. Далеко не все. Все нормальные человеки понимают, что лучше ехать с большим комфортом. Я так понимаю, и вы внедряете, о чем я.
Но даже невзирая на уникальность города металлургов, и поверьте, такая магнитка, она одна в мире. И такое удовольствие в мире это тоже. Но возникает вопрос, о, не об охоте. Для нее-то другое. Лес, полямбла, прокатиться, грибочков насобирать, да и ягодков. Я люблю чисто седаны, это мой косяк. Но на чисто седанах в каку не залезть. Для меня лучшая Волга. Для вас, может, приподнявшись на больших размерах, смотаться и за грибочками, и за ягодками. И с ценой меньше однокомнатной сталинской квартиры с евроремонтом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 джипов. 11 джипов вам предлагает салон Best Auto на Магнитной 111. Причем эти джипы, ну, я не буду говорить, что они какие-то космических денег стоят. Они стоят абсолютно нормальных денег. Все-таки это джипы. То есть вы понимаете, да, что люди хотят ездить на джипах. И все эти машины проверенные, отдиагностированные, полностью подготовленные для вас, они здесь есть. Но в случае, если у вас нет денег, не надо ни о чем бегать. На второй этаж поднимайтесь. Все банки, которые предлагают вам кредиты, есть здесь в городе, и вы 100% получите необходимую сумму. Это очень интересная тема, потому что бегать никуда не надо. Всегда есть возможность уехать отсюда на новом автомобиле. Всегда. Вернемся на круги своя. СССР, помните? Внедряю. Ценники ВАЗ стартовали от 6300 рублей. Нива стоила 11 тысяч, Волга 13 тысяч. Тыриков. Переводим валюту. ВАЗ от 10 600 долларов, Волга 22 тысячи долларов. Перемножив на дивный курс, получаем ВАЗ, штатный, задний, привод, коего нет, лям, Волга 2 ляма, на механке, с мясорубками, без гидроусилителя. Никогда ничего не стоило реальных копеек. Просто раньше решалось бесплатной кассой взаимопомощи или копеечными кредитами. Ну а сейчас немного больше. При этом все кредиты вы можете спокойно получить здесь же, в Best Auto на Магнитной 111. Но еще раз говорю и неоднократно, ценники здесь в топе. Дешевле однокомнатной сталинской квартиры с евроремонтом в Магнитогорске. И еще раз объясняю. Все это с гарантией, все проверено и все сделано. И никаких рыжиков нет вообще. Мы не будем говорить ни о чем. Да просто не будем говорить ни о чем. Но как бы вам сказать, инфляция, она у нас и в машинах тоже поднимается. То есть, в принципе, если вы сильно-сильно хотите продать свою машину и ничего не потерять, а может быть даже приобрести, то вы это можете сделать спокойно, красиво, ровно и легко. Заехав сюда, вашу машину хорошо, грамотно оценят и, возможно, купят. Но для тех, кто понимает, что бегать за новыми машинами смысла нету, я вам гарантирую, есть такая дивная возможность прийти сюда, выбрать то, на чем вы будете ездить, невзирая на дивные проблемы, называемые с гарантийным обслуживанием в дилерских центрах. Тогда это будет еще вкуснее. Куда мы приезжаем? Перекресток, получается, шоссе Космонавтов и улица Магнитная 111, Best Auto.